О том, что Северная Осетия нуждается в крупном современном мусороперерабатывающем заводе, говорят давно. Об этом говорит и количество несанкционированных свалок, с которыми вроде борются, но должного результата пока нет. Предварительно решили, что новый полигон может расположиться между селениями Гизель, Нижняя Санеба и станицей Орхонская. А вот местные жители с выбранным местом категорически не согласны. И понятно почему. Никто не хочет жить рядом со свалкой. Как может разрешиться спор, в материале Николаса Джоева. Здесь окраина Гизели. Жители жалуются. Все постоянно в мусоре. Винят в этом дальнобойщиков. Тут любят останавливаться фуры. Сами водители свою вину не признают. Говорят, мусор набросали не они. На вопрос, кто это сделал, пожимают плечами. Здравствуйте. А почему вы здесь бросаете мусор? Не бросаем мы здесь мусор. А кто тут на мусор? Не знаю. Мы соберем багетики, так выбросим ящики и урну. Если на вопрос, откуда берется мусор, ответ у жителей Гизели есть, то вопрос, куда его будут девать, сельчан сейчас беспокоит больше всего. Местные жители опасаются, что в скором времени неподалеку от населенного пункта может развернуться новый мусорный полигон. Разговоры об этом ходят давно. Недавно мы узнали, что закрывают городскую свалку и говорят, что хотят открыть новую рядом с Гизелью. Если это сделают, то завтра здесь невозможно будет жить. Мы будем вынуждены отсюда бежать. Перспектива соседства с мусорным полигоном не радует и жителей Нижней Санебы. Сельчане говорят, что в случае, если будет принято решение строительства полигона, они будут вынуждены прибегнуть к радикальным формам протеста. Мы хотим, чтобы нас услышали в правительстве. Свалку строить на этом месте нельзя. Все жители близлежащих сел против этого. Если свалку построят, то большое количество машин с мусором будет ездить через наши села. Мы не хотим этого. В администрации селения Гизель также в курсе обеспокоенности местных жителей. Из-за того, что у них нет точной информации о том, где именно расположится мусорный полигон, людей они успокоить не могут. Ко мне обращаются мои жители, жители нашего населенного пункта, о том, что по информации между селами Нижняя Санеба и Орхонская, станица Орхонская, неподалеку от селения Гизель, будет строиться полигон по сортировке, переработке, утилизации бытовых отходов. В правительстве республики говорят, необходимо создание нового полигона для переработки мусора назрело давно. Действующая городская свалка себя изжила. Сейчас все еще обсуждается, где именно расположится будущий мусороперерабатывающий завод. Даже в правительстве республики с точным местом пока не определились. Расположение между Гизелью, Нижней Санебой и Орхонкой считают наиболее подходящим по многим параметрам, как санитарным, так и с точки зрения логистики. Но спешат успокоить, в любом случае окончательное решение по размещению полигона будет приниматься только с разрешения жителей близлежащих сел. Если будет это признано лучшим, то приемлемым, то естественно только с ними. Но пока этого решения нет, поэтому беспокоиться о том, что вот мы решили уже там строить, такого нет. Создавать так называемые свалки уже никто не позволит, и этого никто не собирается делать. А пока решение не принято, жители Гизели и близлежащих сел надеются, что мусорный полигон обойдет их стороной и развернется в другом месте. Там, где поблизости меньше жилых домов. Ведь мусор есть мусор, как бы его ни обрабатывали, и он не нужен никому, особенно в таких объемах. Николас Джоев, Игорь Войцеховский, Александр Каджаев, Новости Осетии.